Путь открыт. По поручению городского головы на центральном пляже возле спасательной станции коммунальщики сделали специальный проход. Это позволило на километр увеличить пешеходную зону. Инна Гогой успела пройтись по новой дороге и узнать, что еще предстоит сделать для удобства запорожцев. Еще недавно на этом месте были ворота спасательной станции. Теперь путь к Днепру открыт для всех запорожцев. И значит, уже этим летом отдыхающие смогут без проблем добраться к воде. Об этом событии местные жители мечтали давно. Говорят, на той стороне пляжа, что раньше была за забором, практически всегда есть тень, и гулять там летом одно удовольствие. Ну, пройти можно, хоть с колясками, дети что-то гуляют, жарко, а туда можно хоть с коляской пройти. Так что спасибо. Некоторое время назад с сообщением о том, что из-за ограждения спасательной станции отдыхающие лишились почти километра прибрежной зоны, в мэрию обратился почетный гражданин Запорожья Александр Белоусенко. До того, как не огорожена ця частина була, багато, особливо молодих мам, сімей, просто у вихідні дні, по вечорам, в літній час там відпочивали. І дійсно, десь біля кілометра берега майже на 2 роки випало із користування горожанами. Мэр поручил коммунальщикам перенести ограждения и электроопоры, сделав проход и укрепить пешеходный мостик. И хотя доступ к Днепру здесь теперь открыт, работы продолжатся. Нам нужно обеспечить открытие доступа со стороны строящихся мостов, убрать силами предприятий титаноманиевого комбината и кремния полимера территорию, часть берега, которая закреплена за ними от мусора, восстановить плиточное покрытие, обеспечить установку контейнеров для мусора, доработать еще в части безаварийной работы мост. Также в планах сделать освещение, чтобы все желающие могли прогуливаться тут не только днем, но и по вечерам.